Меня зовут Рузанов Сергей. Я из России, из Москвы. Профессионально по вредной печати я занимаюсь уже 27 лет. Еще где-то 2 или 3 года я это делал непрофессионально, дома. Но потому что всегда очень хотелось, ну, я люблю музыку, и очень всегда хотелось иметь свои футболки с любимыми группами. Но так как я родился еще в Советском Союзе, приобрести данную продукцию было практически невозможно, или она стоила очень дорого. Поэтому я, ну, начиная еще со школы, всегда сам себе делал футболки. На самом деле очень много чего нового. Это развивающаяся отрасль именно в плане текстильной печати. Потому что если в печати по пластикам, бумагам цифровая печать практически вытеснила трафаретную, то текстиль развивается и очень серьезно развивается. Появились новые краски, новые эмульсии и вообще как бы расходные материалы, которых, ну, еще там 10 лет назад даже нельзя было мечтать. Что вы имеете в виду мой дизайн? Ну, я понял вопрос. Но на самом деле я сотрудничаю с такой группой людей, которые это дизайнеры, те, кто занимается цветоделением. Вот. И они предлагают мне какие-то работы, из которых можно выполнить. Вот. Соответственно, они что-то делают, они делают это на заказ. Если у них заказывают, они... Это мои друзья, вот. Поэтому у нас такая получилась команда. Команда единомышленников, которые... Они задумывают, я выполняю. Я больше всего люблю монохромные изображения, вот, и, не знаю, мне всегда нравились больше черно-белые картинки. Здесь мне трудно давать советы, потому что те, кто работает на производстве, они зачастую завязаны на заказчика, который дает четкую установку, что какими цветами печатать. Либо это будет какой-то там фирменный цвет там Coca-Cola, там уже зеленым не напечатаешь его. Вот. Поэтому здесь очень трудно давать советы. Работал впервые, но эти машины знаю. Впечатления положительные. Это, конечно, не тиражные, да, это надо смотреть в производственных условиях.
Вот. Ну, выставка есть выставка. То, что отсутствует пневматика, то есть машина полностью электрическая, соответственно, работает очень тихо и быстро, что в современных условиях очень немаловажно, потому что все хотят заработать деньги, да, и все хотят, чтобы делать как можно больше продукции. А самое главное, что когда вы спрашивали по поводу того, что появилось нового, да, есть краски, которые просто предназначены для очень быстрой печати. И если машина не позволяет этого делать, то эффект от этих красок очень невелик.